суетный смех у людей, а неистовую скорбь у дьявола. Он видит в горнем тот корень, который воскрешает находящихся в преисподней мертвецов. Он видит, что преданный им на крестную смерть на земле теперь взирает с неба. Видит, что земля наполнится ангелами, видит, что воздух особенно становится проходимым, видит, что небесные силы выходят навстречу, что одни говорят, поднимите врата верхи ваши, а другие, Господь сильный в брани. И далее говорит святитель о том, что с самого рождения Христа дьявол восставал против и старался всю истину превратить в ложь. Родился Христос от девы, говорит, не от девы, искал убить его. Христос творил чудеса, а он говорил, это он силою Вельзевула делает эти чудеса. И даже тогда, когда Христос был уже на кресте, он еще, говорит, дьявол неистовый кричал, сойди с креста, сойди с креста, и тогда уверуем, что ты Сын Божий. Но вот когда увидел, что вознесшийся на небо при восклицании, тогда уже дьявол в это время ничего не мог более сказать. Да примет наши молитвы и сделает нас победителями искушений мира, да подчинит нам все войско нечистых духов, да сохранит нас невредимыми и беспорочными, здравыми, целыми душой и телом и духом, исполненных плодов правды и доброделания. Бог всячески соблаговолит собрать нас воедино для совершения спасительного празднества. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь.